Еще одна байка, которая мне вспомнилась, байка гастрольная. В те самые советские годы, которые сейчас называют застойными, мы очень много гастролировали. Но тогда у наших артистов, в отличие от звезд сегодняшних, не было райдеров. Да? Ну, что такое райдер? Райдер – это некие условия, на которых артист соглашается приехать в тот или иной город, посетить ту или иную площадку. И как только наши звезды нынешние не изгаляются, да, они заказывают и оговаривают в этих райдерах все. Какого цвета должна быть машина? Должна ли она быть подана к трапу самолета? Или должна ждать возле железнодорожного вокзала? Или заехать прямо на перрон к поезду? Какого цвета, ну, не знаю, там, шторы должны быть в гримерке? Какого цвета шторы должны быть в гостиничном номере? Какая одежда сцены? Какие фрукты какого цвета должны стоять в вазе? В общем, чем больше пафоса, тем больше пунктов в этих самых райдерах. Тогда, в то самое время, о котором я сейчас веду речь, мы даже представить себе об этом не могли. Мы брали то, что давали, селились там, где селили, и выступали там, куда нас приводили. И, конечно, даже гримерок иногда на всех не хватало. Зачастую мы вообще переодевались даже не в гримерках, в каком-нибудь фойе или в каком-нибудь учебном классе. И вот моя байка связана именно с такой ситуацией, когда большая бригада артистов, нас всех разместили переодеваться в одной комнатке закулисной, очень небольшой. И среди нас была удивительная женщина, потрясающая певица, имя которой я специально поэтическим соображением называть не буду, хотя прекрасно ее помню, пока помню. Замечательная певица, исполнительница романсов, у нее был такой низкий грудной голос, и она вообще пела обворожительно как-то эти романсы. Вот. Она была удивительная женщина, такая кустодиевская, как говорили в наше время. Сейчас говорят XXL или вообще говорят крупногабаритная. Но да, она была дама в теле, очень красивая. Дело происходило зимой. Она пешком добиралась до этой концертной площадки. Естественно, было холодно, и чтобы не простудиться, не застудиться, она, простите за пикантную подробность, надела очень много сюда вниз всяких ритуз, колготок, я не знаю, то есть поверх колготок концертных она делала какие-то там ритузы с начесом, ритузы шерстяные, что-то там еще. И вот, наконец, настал момент переодевания. Она отворачивается к нам, так сказать, своей прекрасной частью тела и начинает считать. Раз, два, три, четыре, пять. И оказывается, простите меня, с голой попой. Тут же говорит, ой, простите, просчиталась.